Всем привет! Прибыли мы в Челябинск. Опоздали на 5 минут, ничего страшного. Но приложение показывает, погода 26 градусов. Мороза, естественно. Вот такой у нас вез тепловоз. Ну, поездка на этом закончилась, на поезде номер 150 Санкт-Петербург-Челябинск. Все было хорошо, я бы сказал, даже отлично. Там пригородный вокзал, пригородные платформы, и вот он пригородный вокзал, вот наш тепловоз, там все. Пошел я туда на выход, сейчас поднимусь на переходной мост. Сам вокзал я, наверное, уже там более подробно сниму вечером, уже в ходе поездки из Челябинска в Екатеринбург на поезде номер 373 Тюмень-Махачкала. Или Махачкала-Тюмень, не помню точно откуда, куда он идет. Так, я надеюсь, что меня дотянет там до вокзала аккумулятор. Сейчас там вид с моста можно будет снять. Город в Ленинский район. Ну, так получается, что я тут одним днем в Челябинске. Мороз, так что кроме хоккея ничего я тут не увижу. Ходить не буду нигде, холодно. Времени сейчас у нас сколько там? Где-то примерно ближе к 11:30. Хоккей в 16:30 начинается. Ну, сейчас как бы пройду время до матча и после матча. В общем, гулять по городу не буду. Мост-то сюда вечером не пойду. Ну вот, 27 градусов показывает минус. Времени 11:25. Времени плюс 2 часа к Москве. Так, ну вот отсюда, естественно, я поеду туда на тракторовену, но это будет несколько позже. Пока что рано туда ехать. Это уже ладно. Так. Вот она, привокзальная площадь. Сам вокзал. Ну,
наверное, можно перейти там на селфи, да? Заканчивать уже видео. Кто еще не подписан на мой канал YouTube Андрей Канин 101, подписывайтесь. Ждите новых видео. А на этом, пожалуй, все. Пока. Всем привет из Челябинска. Ну и, наверное, всем пока-пока. Решил я все же поснимать сейчас вокзал. Немного, мало ли там что вечером не получится. Немного, а поснимаю на вокзале. Так, как говорится, чтобы было. Ничего страшного, если в конце концов будет это двух видео. У меня это все-таки уже практикуется такое. И здесь, и в следующем видео. Так, ну что, идем смотрим. Вот такой двухэтажный вокзал. Двухъярусный. Это новый вокзал, но... По-моему, в 99-м году он уже был открыт. Что-то мне так кажется. Билетные кассы. На втором этаже, видимо, сувениры. Вот сейчас можно будет приобрести магнит. Челябинск. Довольно-таки пустынно тут. Большого пассажиропотока не наблюдается. Комнаты отдыха. Там торговый центр, надо будет сходить на это, я уже похожу, посмотрю, что к чему тут. Ладно, это уже другая тема. Да, ближайшие. Так, а это вот такой же проход поезда, но здесь я вечером пойду. Сейчас я вышел там по открытому переходному мосту. Это уже новый застроенный вместе с новым вокзалом, с этим, которым сейчас нахожусь. А вот там вот старое здание вокзала, это зеленое. Даже, я думаю, что оно сейчас уже перепрофилировано. Ну да ладно. Ну вот как-то так тут все это выглядит.
Здесь вокзал-то я и снял. Зал ожидания. Кафе. Шахматы можно поиграть на поле. Шахматы, бильярд, вот, хоккей настольный. Пинг-понг. Елка тут симпатичная такая довольно-таки. Большая. Ну что, пожалуй, все на этом. Теперь точно все. Поездка на поезде номер 150 Санкт-Петербург-Челябинск завершена. Кто не подписан на мой канал Андрей Константин, подписывайтесь, ждите новых видео. При желании пишите комментарии, ставьте лайки. Фонтан, но не работает в настоящее время. Не знаю, там он сломан или просто выключен, отключен. Все. Всем пока-пока.